Сегодняшний день стал счастливым для сотен жителей Уральска. В 9-м микрорайоне прошла торжественная церемония вручения ключей от новых квартир для вкладчиков Жилстройсбербанка. Поздравить новоселов и пожелать им уюта и тепла приехал аким области Нурлан Ногаев. В 9-м микрорайоне вручают ключи от квартир сразу в двух домах. Один на 157, другой на 160 квартир. Все новоселы – вкладчики Жилстройсбербанка. Люди в течение нескольких лет копили на первоначальный взнос. Затем им будет предоставлен льготный кредит. Распределены в этих двух домах 317 квартир. На них подавали заявление. Более 800 человек подавали заявление. Мы прием заявлений начали в августе прошлого года. По процедуре установлены 2 месяца прием заявлений, потом отбор клиентов по установленным критериям, по баллам. На 317 квартир 317 участников были отобраны. После этого они в течение месяца подтверждали платежеспособность. Наши клиенты по этим двум домам, основная масса, копили более 3 лет. И сейчас будут, после распределения, мы будем проводить процедуру кредитования. Кредит будет выдаваться до 5% по ставке годовой. Строительные компании отметили, что возвели дом за 12 месяцев. Однокомнатные квартиры занимают площадь 42 квадратных метра, двух- и трехкомнатные, соответственно, по 62 и 80 квадратных метров. Монолитный железобетонный каркас с заполнением кирпичом силикатным. 160 квартир. Третий уровень комфортности, 2,70 потолки, ламинатный пол, застекленный вот... все коммуникации. Аким области Нурлан Ногаев осмотрел одну из квартир. Особое внимание отоплению. Сейчас 20-градусный мороз. Это особенно актуально. В 2013 году было построено 8 домов, 787 квартир, 47 тысяч квадратных метров. Это реально показатели выполнения программы «Доступно жилье 2020». Новоселы отметили, что государственная программа дала им уверенность в завтрашнем дне. До этого мы жили в аварийном доме. На Деповской. Вот. Жилстройсбербанк дала такую возможность нам по программе «Доступное жилье 2020». Заходили уже в квартиру? Как настроение? В квартиру, конечно, заходили, да, на 6-м этаже, трехкомнатная квартира. Все понравилось, все отлично. Настроение отличное, только вот замерзли чуть-чуть. Я до этого жил, нанимал квартиру, снимал комнату. Было трудно. А сейчас, это, я думаю, на 7 лет мне сказали, что 17-18 тысяч тенге в месяц. Я очень доволен. В этом году в Уральске планируется сдать еще 8 домов. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.